Защита потребителей – это общественная организация, которая около 20 лет отстаивает права граждан. Наш многолетний опыт помог большому количеству покупателей добиться справедливости. Наша главная цель – помощь людям. Друзья, просьба подписаться на паблик «Защита потребителей» ВКонтакте, таким образом поддержать организацию. Перед которым Котов остановился. Уважаемый суд, мало того, что сторона обвинения не озвучивает, что потерпевший Мирошниченко, управляя транспортным средством, выехал на пешеходный тротуар, нарушил правила дорожного движения, впоследствии стал давить бампером транспортного средства пешехода Котова. Плюс еще считает, что Котов, Горбачевский и Гунин совершили хулиганские действия. При этом сторона обвинения не дает каких-либо оценок действиям реального виновника дорожно-транспортного происшествия Мирошниченко. На фоне последовавших событий дорожно-транспортное происшествие не было оформлено. В оглашенном обвинении говорится, что в свою очередь соучастники преступления Бунин, Горбачевский, неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенным к ним преступным ролям и достигнутой между соучастниками договоренности, должны были в процессе совершения Котовым противоправных действий оказать моральное, психологическое и физическое воздействие на водителя автомобиля обвиненных, находящихся с ним граждан с целью совершения последних противоправных действий. Хочу обратить внимание суда на то, что Котов не стоял на проезжей части посреди дороги, предназначенной для движения транспортных средств. Горбачевский, Котов и Бунин не могли предвидеть, что приедет автомобиль Форд под управлением потерпевшего Мирошниченко и будет нарушать правила дорожного движения. Правила дорожного движения и правила общественной безопасности. Причины конфликта в данном случае даже не движение по пешеходному тротуару со стороны Мирошниченко, а именно наезд на пешехода Котова. Тем самым Мирошниченко совершил правонарушение, предусмотренное статьей 12.24 УК РФ. И сторона обвинения считает причину конфликта малозначительным поводом. Не прерывая своего выступления, Ваша честь, я хочу заявить отвод прокурору, который поддерживает такое обвинение. Описывая произошедшую 23 июня 2022 года ситуацию, сторона обвинения ссылается на то, что потерпевшие Мирошниченко и Москалев, находясь в служебном автомобиле марки «Фокус», без отличительных признаков органов внутренних дел, проезжая по участку местности в непосредственной близости от дома 10, расположенного по адресу Москва и Ярославское шоссе, осуществляли маневр разворот в сторону тротуара. Хочу поправить сторону обвинения, потерпевший Мирошниченко совершал не маневр разворот, а движение по пешеходному тротуару, чем совершил правонарушение, предусмотренное статьей 12.15 УК РФ. Далее соглашенным обвинением следует: в указанное время и месте к служебному автомобилю подошел ранее незнакомый им Котов. Котов не подходил к автомобилю. Котов шел к Горбачевскому и Дубину навстречу. Я остановился, когда на пути его следования появился автомобиль под управлением Мирошниченко. Как считает сторона обвинения, Горбачевский, Котов, Бунин и неустановленное следствием лицо 23 июня 2022 года, осознавая, что Мирошниченко и Москалев являются представителями власти, находятся при исполнении своих должностных обязанностей, действуя умышленно и осознавая общественно опасный характер своих действий, применили в отношении последних насилия, подвергли их избиению. В частности, Горбачевский нанес не менее 2 ударов в область головы и спины Москалева, а также не менее 2 ударов в область головы и туловища Мирошниченко. В описании вышеуказанных обстоятельств наблюдается пробел. Отсутствует последовательность. Не указано, в какой момент и чем наносил Горбачевский удары. После того, как Мирошниченко ослабил захват в отношении Горбачевского и переключился на Котова, Горбачевский встал из-под потерпевшего
Я отошел в сторону, при этом начал звонить и вызывать экстренные службы полиции и скорой медицинской помощи. Каких-либо ударов потерпевшим Горбачевский не наносил. При многочисленных просьбах предъявить удостоверение сотрудника полиции, потерпевшие Нарошниченко и Москалев, игнорировали, не предъявляли, чем нарушили часть 4 статьи 5 Федерального закона о полиции, в которой указано, что сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина называет свои должности, звания, фамилию, внимательно выслушивает, принимает соответствующие меры в пределах своих полномочий, либо разъясняет всю компетенцию в ходе решения поставленного вопроса. Далее, как говорится в обвинении, Нарошниченко, желая переместить служебный автомобиль с места конфликта, сел за руль автомобиля, закрыв за собой водительскую дверь. В это время Горбачевский, выполняя отведенную ему преступную роль, цель дальнейшего продолжения конфликта и воспрепятствования движения автомобиля, открыл водительскую дверь служебного транспорта, сопровождая свои действия нецензурными выражениями. Ваша честь, не буду забегать вперед, у нас материал уголовного дела имеется. Стенограмму по видеозаписям, но тем не менее, так как прокуратура выражает свою позицию, свое обвинение, я как бы хочу протестовать данное обстоятельство в связи с тем, что мой подзащитный в момент, когда открывал дверь, он не произносил каких-либо нецензурных выражений. Я не знаю, каким образом выражение удостоверения, покажите, пожалуйста, можно интерпретировать с нецензурной грани. Такое ощущение, будто мы говорим о разных вещах, о разных обстоятельствах, о разных уголовных делах. Как полагает сторона обвинения, обстоятельства, когда Нарошниченко, желая переместить служебный автомобиль с места конфликта, сел за руль автомобиля, закрыл за собой водительскую дверь, предвидел с Горбачевским. То есть, как считает сторона обвинения, Горбачевскому была отведена роль открыть дверь автомобиля. У меня возникают риторические вопросы. Что еще должен будет делать Горбачевский согласно определенной ему роли? Какие роли? Какие спланированные действия? Там все это происходило в 7 минут. Вот. Каким образом можно было предвидеть все эти действия, произошедшие события, чтобы так инструктивно, как считает сторона обвинения, действовать согласно отведенным ролям? Все действия стороны обвинения подведены под отведенные роли. Несмотря на то, что в настоящее время стенограммы и видеозаписи по данному уголовному делу не исследованы, тем не менее, выражая свою позицию, я хочу донести до сюда, что никаких нецензурных выражений мой подзащитный не использовал. Он обратился к потерпевшему Нарошниченко в уважительном тоне с просьбой: покажите, пожалуйста, удостоверение. Указанное явное искажение, сказанное Горбачевским, Ваша честь, стороной обвинения дает нам понимать, насколько необъективно предвзято и однобоко расследовано данное уголовное дело при очевидном попустительстве органов прокуратуры, на которых законом возложена миссия надзора. А в случае подтверждения доводов органов расследования, органы прокуратуры принимают на себя роль государственного обвинения. Не совсем понятно, на каких доводах построена столь ложная позиция стороны обвинения в целях обвинить любой ценой. Несколькими минутами позже, после событий, изложенных в обвинительном заключении, к месту событий по телефонному вызову Нарошниченко прибыли спецназовцы МВД, которые начали избивать Горбачевского, Котова и Гунина, после чего им потребовалась госпитализация в медучреждение. Ваша честь, на основании изложенного считаю обвинение необоснованным и незаконным, а уголовное дело сфабриковано с целью увести от ответственности.
потерпевших и их коллег, спецназовцев МВД, в связи с превышением ими своих должностей. Кратко не повторяю то, что высказали уже наши доверители и коллеги озвучили. Просить, ну, мы с вами прекрасно знаем, что обвинение должно быть индивидуализировано, то есть в отношении каждого из обвиняемых. Даже сегодня в судебном заседании прокурор зачитал обвинение оптом в отношении всех ребят. Я согласен со своим доверителем, с Гуниным Кириллом. Невозможно понять из оглашенного обвинения, какие же конкретно действия каждого из обвиняемых обвинение считает преступными, какие конкретные действия из описательной части надлежит понимать как психологическое воздействие, моральное воздействие, какие действия прокурор называет физическим воздействием. Мой доверитель подробно описал, что он в одной руке держал видеокамеру, в другую руку фиксировал Москалев, один из потерпевших, когда каким способом были нанесены им множественные удары обоим потерпевшим. Ну, то есть в этой части обвинения просто неконкретно и действительно непонятно, какие же действия вменяют как хулиганство и как сопротивление сотруднику полиции. Действительно невозможно понять, в чем выразилась провокация со стороны обвиняемых, со стороны кого конкретно она происходила, в чем было нарушение общественного порядка, в чем выразилось неуважение к обществу, явное, неявное это уважение. Почему, из каких действий прокурор считает, происходило противопоставление себя окружающим? В чем оно выразилось, это противопоставление? Пренебрежение к потерпевшим, опять же, какие действия были пренебрежением? То есть есть перечень неких, не знаю, даже не признаков, а перечень неких формулировок, которые не связаны с конкретными действиями обвиняемых. Именно поэтому обвинение, по нашему мнению, является неконкретным. Действительно невозможно понять, почему из текста обвинения следует, что стоящий на пешеходном тротуаре пешеход, которого сбивает машина, этим своим нахождением на пешеходном тротуаре совершает провокационные действия. К чему он провоцирует и кого? Аналогичный вопрос по видеосъемке. В публичном месте производится видеосъемка, как вот сегодня в судебном заседании, либо любой сотрудник полиции, не знаю, контролер в автобусе или сотрудник транспортной полиции, который фиксирует там неправильную парковку. Это тоже в публичном месте видеосъемка. Почему это называется провокацией? С таким успехом, по мнению прокурора, можно давить человека, который снимает водителя в публичном месте. А если таким способом давить, я не знаю, там, тех же сотрудников транспортной полиции, которые фиксируют парковку, тогда это тоже, по мнению прокурора, будет законно, но это же абсурд. Само требование любых граждан, сотруднику полиции, предъявить служебное удостоверение, мы прекрасно знаем, что это обычное, нормальное действие, предусмотренное законом, и удивительно слышать из уст прокурора, что просьба предъявить служебное удостоверение – это провокация конфликта. У меня сегодня в служебное удостоверение просили на входе, когда я заходил к приставу, но я не воспринимаю это как провокацию конфликта, не собираюсь ни с кем драться. Точно так же служебное удостоверение проверяют сразу сюда, как будут устанавливать мою личность, мои полномочия. Поэтому в целом, повторюсь, уже подробно рассказал мой доверитель, изложил позицию. Действительно, мы считаем, что обвинение, которое озвучено, является неясным, неточным и неконкретным. Именно поэтому непонятно. Уже однажды суд вернул дело прокурору по этим же причинам, поскольку обвинение было неконкретно. И вновь никакой ясности в этом обвинении не прибавилось. В этой связи мы убеждены, что время разъяснения обвинения лежит как раз на прокуроре, не на суде. Суд – это нейтральный арбитр, который обеспечивает состязательность сторон. А вот в рамках состязательности как раз прокурор должен разъяснить обвинение, для того, чтобы обвиняемые защита могли, собственно, защищаться от предъявленного обвинения. Поскольку оно непонятно, мы не можем понимать, от чего мы защищаемся, какие доказательства нужно предъявлять в отношении каждого довода, озвученного, изложенного в обвинительном заключении. Подробнее я изложил все в письменном выражении позиции, прошу приобщить ее к материалам дела. В целом, поддерживаю выступление своего доверителя, коллег, считаю обвинение неконкретным, непонятным, и убежден, что именно на прокуроре лежит обязанность разъяснить это обвинение
нашим доверителям. Прошу приобщить письменно к материалам дела. Благодарю. Защитник Котова, Казмяк. Ваша честь, сторона защиты Котова убеждена, что предъявленное обвинение является незаконным, необоснованным. Те доводы в подтверждение данной позиции уже были озвучены нами на предварительном слушании. Подробно изложены в ходатайстве о проведении предварительного слушания и исключении доказательств. В письменном виде это уже приобщено к материалам дела. В общем-то, я убежден, что в ходе судебного разбирательства суда будет возможность и сформируется действительно мнение относительно того, что данное обвинение предельно абсолютно не обосновано. Хотелось бы отметить, что самое страшное в данной ситуации, на наш взгляд, это то, что текст обвинения, он просто не соответствует фактическим обстоятельствам произошедшего. То есть то, что написано в обвинении, это просто фантазии, скажем так, следователей, сейчас транслируемые в ходе данного судебного разбирательства прокурором. И так получилось, что весь конфликт он записан на видеозаписи, зафиксирован от начала и до конца. Поэтому установить то, что текст обвинения полностью не соответствует фактическим обстоятельствам, никакого труда не составляет. Правильно было уже подмечено, что если посмотреть видеозапись, то там отсутствует какая-либо нецензурная брань не только со стороны Горбачевского, но и за все вот эти вот события, которые происходили в течение нескольких минут, ни Бунин, ни Котов, ни Горбачевский, ни одного, скажем так, нецензурного слова не произнесли, в отличие от того же потерпевшего Марсиниченко. В постановлении о получении качества обвиняемого указано, что были нанесены множественные удары Марсиниченко и Москалёва по различным частям тела. Также, если просмотреть эту видеозапись, то очевидно, что никаких ударов ни Бунин, ни Горбачевский, ни Котов не наносили потерпевшим. Указано в постановлении о получении качества обвиняемого, что Котов якобы порвал футболку Марсиниченко. Пожалуйста, посмотрите видеозапись, видно, что совсем при других обстоятельствах данная футболка была разорвана. Указано в постановлении о получении качества обвиняемого, что Мирошниченко и Москалёв предъявляли требования, высказывая о прекращении неких хулиганских действий. Пожалуйста, смотрим видеозапись, нет этого ничего. И вот это пугает позиция прокуратуры и следствия, то есть, что действительно весь конфликт он объективно зафиксирован, следователь сам осматривал эту видеозапись, сам приобщил ее к материалам уголовного дела, но пишет обстоятельства, которые ну, абсолютно противоположны тому, что в действительности имело место быть. Поэтому мы считаем, что постановление о включении качества обвиняемого Котова абсолютно незаконно, необоснованно, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. В чем у суда будет возможность убедиться. Угу. Государственное предложение по истории. Предлагаю установить следующий порядок исследования доказательств по делу. По мере явки судебной разбирательства допросить потерпевших, затем допрашивать свидетелей обвинения, после чего исследовать письменные материалы дела, затем предоставить стороне защиты право предоставления своих доказательств, в том числе допрос самих подсудимых. Спасибо. Защита доказательства об определении следующего порядка исследования. Исследование предметов вещественных доказательств, а именно всех видеозаписей, по какого осмотра предметов видеозаписи 26 июля 22 года и заключение специалиста от 5 сентября 22 года. Следующее. Допрос потерпевших. Далее исследование письменных материалов. Далее допрос свидетелей. Далее исследование доказательств стороны защиты, а потом уже опросить наших защитников. Прошу приобщить. Защитники. Здравствуйте, я поддерживаю тогда коллеги. Действительно, при допросе потерпевших, естественно, у нас будут вопросы по обстоятельствам произошедшего инцидента. Эти обстоятельства, как верно заметил коллега Зимарин, зафиксированы на видеозаписи. Часть на видеозаписях, которые есть в материале дела, часть те, которые предложено сегодня мною суду. Естественно, при допросе мы будем ссылаться на конкретные действия потерпевших при конкретных обстоятельствах, фразах, выражениях и так далее. Поэтому было бы целесообразно, прежде чем допрашивать потерпевших, исследовать видеозаписи, то есть визуально увидеть, как оно все было на самом деле, изучить заключения специалистов, которые мы приобщили к материалам дела еще на следствии, поскольку в этих заключениях есть стенограмма высказываем, то есть все фразы всех участников
во время конфликта. И после этого уже допрашивать потерпевших, чтобы не повторяться. То есть вначале мы их допросим, потом мы изучим видеозаписи и снова будем вынуждены их допрашивать. Для экономии процессуального времени, мне кажется, будет целесообразно исследовать вначале видеозаписи заключения специалистов со стенограммой и после этого допрашивать уже потерпевших, свидетелей и прочих участников инцидента. Поэтому поддерживаю вас на коллеги. Сейчас я полностью разделяю позицию моих коллег. Действительно считаю, что для максимально эффективной организации судебного разбирательства прежде всего необходимо исследовать имеющиеся материалы дела, видеозаписи произошедших обстоятельств, которые инкриминируются вину моему подзащитному. Это видеозаписи, которые осмотрены следователем, как с камер наружного видеонаблюдения, так называемых городских камер, так и непосредственно с места самого происшествия, заснятую на видеокамеру. Это конкретно незафиксированные, осмотренные, вернее, протоколы осмотра предметов и документов от 29 июня 2022 года, от 30 июня 2022 года и от 26 июня 2022 года. Также считаем, что надо смотреть видеозапись этого конфликта, который приобщена стороной защиты Котова, также следует ее приобщить, она в материалах уголовного дела есть, в 10-м тоже содержится, понятно. Считаем, что именно это, скажем так, будет способствовать наиболее справедливому и эффективному разбирательству. Суда сможет вначале сформироваться мнение о том, как там происходило, вы сами сможете это увидеть, стать как бы очевидцем. Прокурор, наконец-таки, может тоже посмотреть, чтобы мы на одном языке говорили, потому что сейчас читает прокурор постановление включения качества обвиняемого и кажется, что там действительно так все гладко, все замечательно, как следует, расписал и так далее. Но на самом деле там абсолютно все не так. И рано или поздно все равно это всплывет, все равно это будет просмотрено, все равно это будет обнародовано. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно именно начать с этого, чтобы в дальнейшем уже наиболее эффективно исследовать остальные доказательства. В том числе, также поддерживаю своего коллегу, мы также намерены заявлять ходатайство о предоставлении на обозрение данных видеозаписей потерпевшим, с постановкой соответствующих вопросов о том, чтобы они объяснили, пояснили там свои действия и так далее. И, соответственно, тоже целесообразно предварительно исследовать эту видеозапись. Поэтому мы также согласны с порядком исследования доказательств, предложенных моим коллегой. В частности, исследовать сначала видеозаписи, содержащиеся материалы уголовного дела. Собственно говоря, мы можем сослаться, какие там домах, на каких местах дела, все это зафиксировано. Также заключение специалиста, где подробная стенограмма имеется, можно даже суду будет параллельно смотреть видеозаписи и читать вот эту стенограмму, чтобы сказать, наиболее проникнуться всеми разговорами, если что-то там есть, что-то пронять. Вот. Дальше допросить потерпевших лиц, исследовать письменные материалы, допросить свидетелей, исследовать доказательства стороны защиты и уже непосредственно затем допросить подсудимого. Спасибо. Это наша просьба, мы просим видеозаписи. Суд выслушает мнение участников процесса, постановил установить предложенный государственным обвинителем порядок исследования доказательств должен в процессе. Будем, возможно, изменять. Так.
Чтобы подольше посидели. 15? Да. 8 числа, к сожалению, другое заседание может быть 7 или 9. Я понедельник следую, потому что дело большое. Понял. 17. Там каждый четверг будет наш. Вот у меня пока еще одно дело. Не знаю, как там уже заканчивается. Давайте 10, 12 часов. Здесь микрофон находится, он чувствительно наиболее, но здесь работает почему-то. Вот у меня здесь. Да. Как получается? Микрофон, а как я показываю? Да, ну это уже как бы. То, что вы уже не прошу показать ваше спецсредство. Ну, это телефон. Это личный. Может, когда-нибудь. Интернет, потому что я вообще не знаю, что это. Что такое интернет? Всемирная телекоммуникационная сеть. Проект? Зачем вам это нужно, вот эта ерунда? Видите, что творится? Ой, сразу вас там. С такими вот действиями, да? Ребята вот так вот держат, не понятно. А уже судья кончился. А? Я смотрите, видите, что оно было, как оно было. А так и было, видно. На самом деле, как беспредел называется, привлекаться чего-то. Смотрите, ну, вот в данном случае, если мы фиксируем, что поведение, поведение, норм, правила и так далее, если человек не нарушает. Норм не нарушает вообще, вот и нарушает. Ну, наоборот, за закон. Это аудио. Аудио. Разрешена же, правильно? Разрешена, ясно. С ребятами. Спасибо, скажу за все. Я не буду, я вот так. Да. Я понимаю, что я не буду. Сейчас я ребята скажу. Нет, проходит. А я поддержку в словах. Проходит. Ну, пару слов. Да. Просто поддержу, ребята. Пару слов. Сейчас адвокат, да, переговорит. Ребят, в общем, спасибо вам за все. Ребят, спасибо за поддержку. Я сам через это прошел, через наглую фабрикацию. Победа будет за нами, друзья. Главное, не отчаивайтесь, потерпите немножко. И, как сказал Дорогов Александр, если он такой известен, да, недавно, слава поддержку Ноздринову тоже, Александр, он тоже пострадал. Что главное, учите ПВР, и у вас все будет хорошо, и терпение. Давайте, а все вас поддержат. Молодцы, ребят. Давайте, все, всего хорошего. В общем, вот так. Да я что у меня? Все, я же не подхожу близко. Все уже закончилось. Да все понятно. Ну ладно. Вот, друзья, состоялось заседание. Пытались опять покачать насчет видеосъемки. Бабушкинский районный суд. Здесь ремонт. Здесь временный вход. Ну, сейчас выйдут адвокаты, может, пару слов скажут по всему этому событиям, что происходит вообще. Хотелось бы узнать, уточнить. Вот люди, которые пришли поддержать ребят. Вы на фоне этого самого кресла решили? Да ладно, нормально стоит. Он присел. Нормально, ничего не нарушает.
Микрофон. Что комментировать? Какие вопросы? Что произошло в заседании? Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не был, для подписчиков. Что было сегодня? Что? Сегодня произошло первое заседание по существу уголовного дела. На сторону защиты заявлены ходатайства об исключении ряда доказательств. Данные ходатайства суд отклонил, как преждевременные посчитал. Необходимым, собственно, обозреть эти доказательства, после этого принять решение о допустимости либо недопустимости доказательств. Кроме того, заявлено ходатайство о приобщении доказательств защиты. Частично удовлетворено, частично суд отложил рассмотрение данного ходатайства на следующее судебное заседание. Кроме того, Кирилл Бунин заявил ходатайство о допуске в качестве общественного защитника свою супругу Ирину Львовну. Суд также отложил рассмотрение данного ходатайства на следующее судебное заседание. Кроме того, прокурор зачитал текст обвинительного заключения. Ребята подробно высказались о своем отношении к предъявленному обвинению. Кирилл подробно изложил те вопросы, которые у него возникли после оглашения обвинительного заключения, задал ряд вопросов, которые ожидаемо прокурором оставлены без комментариев. Подробно наверняка журналисты фиксировали эти вопросы, смогут изложить. Следующее судебное заседание назначено на 27 июля. Мы ожидаем допрос потерпевших либо свидетелей, кого сможет обеспечить сторона обвинения, и изучение уже доказательств дела по существу. Таким образом, сегодня начато судебное следствие. Все самое интересное рассмотрение по существу дела начнется в следующем заседании. Изучение доказательств, допрос свидетелей, потерпевших, позиция наших ребят по каждому из доказательств будут в следующих заседаниях. Ближайшая дата 27 июля этого года. Скажите, защита требовала разъяснить существо обвинения, как это и должно быть по международным нормам и по кодексу. В рамках УПК, поскольку прокурор уклонился от разъяснения, будете вызывать самого следователя на допрос для разъяснения, что для реализации этого права, поскольку вам непонятно. Конкретно для разъяснения обвинения вызывать следователя и допрашивать его нет необходимости, поскольку обвинение уже сформулировано, и те тезисы, которые непонятны стороне защиты и обвиняемым, они уже озвучены в судебном заседании. Для этого вызывать следователя нет необходимости, поскольку текст уже не может изменяться в судебном заседании. Суд рассматривает дело в рамках, в пределах предъявленного обвинения. Текст этого обвинения не меняется. Что касается вызова следователя по иным вопросам, да, мы планируем вызывать его и допрашивать по обстоятельствам проведения определенных следственных действий, поскольку мы заявляли ходатайство о недопустимости, о нарушении процесса, уголовного процесса при получении, при добыче этих доказательств. Поэтому следователя мы планируем вызывать именно в этой части. Что касается разъяснения, да, ребята сегодня сформулировали, и мы, естественно, с ними эту позицию согласовывали, о том, что ряд утверждений, озвученных прокурором, они просто непонятны. Великое множество там неконкретных тезисов, которые не наполнены конкретикой, конкретными действиями ребят. Там утверждения есть и о провокации конфликта, и о нарушении общественного порядка, о неуважении к обществу, о противопоставлении себя окружающим. Все эти тезисы, по сути, являются формальным перечислением из кодекса, который произвел следователь. Конкретные действия не связаны с этими формулировками. Именно поэтому Кирилл Бунин подробно сегодня выступил и огласил, что ему непонятно. Ответов, к сожалению, пока мы не получили. Все эти аргументы будут изучены судом, и мы, естественно, по каждому аргументу будем представлять свои доказательства и объяснять суду, почему в такой формулировке обвинение невозможно предъявлять и нельзя выносить обвинительный приговор. Но это все будет в следующих заседаниях. Скажите, как здоровье ребят, как настроение вообще, какой настрой на, по делу, на будущее? И как вы думаете, какие перспективы, по вашему мнению, чего вы будете добиваться в данном процессе? По поводу состояния здоровья могу комментировать только своего доверителя Кирилла Бунина. Знаю, что у него состояние здоровья, ну, как это принято говорить, удовлетворительное, то есть нету каких-то острых заболеваний, реанимации, там, экстренных медицинских мероприятий. Что касается настроения, настроение бодрое, они уверены, что смогут доказать свою невиновность. Собственно, линия защиты строится как раз на утверждение о невиновности и отсутствии состава преступления в их действии. Именно это мы и будем доказывать в судебном заседании. Касательно остальных ребят, насколько мне известно, у них такая же позиция. Каких-то существенных там, нарушений здоровья мне неизвестно, я не слышал о них.
Отлично. Ирина, эмоциональную часть добавь. Расскажи, как тебе процесс. Кричать? Пожалуйста. Я так поняла, сегодня процесс заключался в чем? Ознакомить две стороны, ознакомиться с включением обвинительным и выстроить алгоритм, как будет процесс рассматриваться, да, порядок рассмотрения. В целом, те ходатайства, которые были сегодня озвучены, в том числе о допуске меня, мы не услышали каких-то отрицательных результатов, то есть большая часть перенеслась к рассмотрению на следующее заседание. Там уже, наверное, сможем больше оценить настрой судьи. Вот. Сегодня ничего критичного не произошло, сегодня был полный зал. Собрался зрителей, спасибо вам большое за это, огромное спасибо, потому что, мне кажется, ребята это видят. Год прошел, уже больше года прошло, и все равно ходят, болеют, переживают, и ну, это, естественно, очень поддерживает морально, духовно ребят наши. Поэтому спасибо, если будет возможность, это будние дни, естественно, это среди рабочего дня всегда происходит. Если будет возможность присоединяться, прилично нужно себя вести, но мы всегда... Очень благодарна за эту поддержку. Судебное заседание назначено каждый четверг, 27 июля, и дальше весь август, каждый четверг судебное заседание, 15 часов. Да, обязательно нужно ходить на все заседания, обязательно поддержать ребят, согласен полностью. А вот потерпевшего что-то не было видно. Их уведомляли вообще? Заседание, по идее, мы должны их уже увидеть, если все будет хорошо. Потому что это первый, да? Прокурор заявил, что в следующем судебном заседании мы будем допрашивать потерпевших. Соответственно, мы ожидаем, что они появятся. Обеспечение явки потерпевших и свидетелей обвинения, естественно, лежит на обвинении. Поэтому мы не можем ни участвовать в процессе их вызова, и уж тем более на них как-то воздействовать, естественно, не будем. Вот эта сторона обвинения обеспечивает. Надеемся, что мы их увидим, поскольку вопросов к ним великое множество. Что ж, удачи вам, чтобы все получилось.